Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы выполнили задание этой богини Даэдра, как ее называется, как ее зовут, Мериди. И теперь нужно отнести ее путеводную звезду на гору Килкрит, где, собственно, она нам поручила это дело. Сейчас мы выберемся из этого храма и, собственно, двинем туда. Здесь у нас, как вы видите, нежить 80-го левела. Но мы ее запилили только так. Так, ладно. Все хорошо пока что. Воспользуемся быстрым перемещением. Потому что пилить туда это серии на 3 будет бессмысленное путешествие. Нам оно не с руки. Так, куда идти? Не забыл. Я заблудился. Вот сюда вроде. Да. Нет? Честно говоря, даже не помню. Ну да ладно. Навестили драугров. Это было, не сказать, что сложно. Скорее, интересно. Так, хорошо, и теперь, где там эта гора Калкрит? Она, по-моему... Так, она... Да-да-да, вот она. Давайте посмотрим. Мне кажется, что храм, который находился поблизости, мне нам сейчас нужно будет лезть в него. И я думаю, это будет забавно. Смотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных, их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Чё, обиделась, что ли? Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Возможно? Блин, ты меня что-то огорчаешь, Меридия. Ух ты! Ого! Ого! Нифига себе! Настало время возвратить мое сияние в Скайрим. Обалдеть! Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Некромант Малкаран оскверняет мой храм. Да подожди, не отвлекай меня. Хуже того, силу для своих преступлений он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Расскажи-ка мне про этот артефакт. Сжигая нечистую и ложную жизнь. Ты войдешь в мой храм, уничтожишь Малкарана и получишь этот могучий клинок. Звучит вполне неплохо для меня. Я сделаю это. Конечно, я ведь приказала тебе. Ой, да ладно. Теперь ступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Малкоран заставил ворота закрыться, но это мой храм, и он повинуется моей воле. Я пошлю луч света, проведи этот свет через мой храм, и его двери отворятся. Офигеть. Так, хорошо. Где у нас? А вот у нас вход в храм. Понятно. Ну что ж, задание все больше и больше мне нравится. Во-первых, нам, судя по всему, дадут либо кинжал, либо меч. И то мне, в принципе, пригодится сейчас.
Особенно если он действительно хороший. Ну и кроме того, задание само по себе интересное. Я еще ни разу не летал на такой высоте. Это же офигенно, да? А то, что там кого-то убить, это в частности, меня это не волнует. Персонаж у меня черствый. Так, ух ты, блин. Как тут какая-то темень. Что это такое вообще? Так, ладно. Тут мы, судя по всему, будем драться с магами. Оскверненное тело. Ладно, мне не нужны твои 8 золотых, у меня своих, сколько там? 44 тысячи ровно, обалдеть. Так, нам, судя по всему... Нам, судя по всему, вот сюда, понятно. Но сейчас мы взломаем вот эту дверь. Возможно, тут нас ждет что-то. Блин, на адепте ломать это, конечно, печально. Вот, хорошо. Так, я даже знаю, чего этот рычаг. Хорошо. Крепкое зелье. Нормально. Блин, а много места, да? Так, сохраняемся. Сейчас нащупаю только кнопку F5. Лазеры. Сдается мне. Больно уж вон там как-то выделяется штука. Может мне повернуть ее надо будет туда? Да-да-да. Ну, не повернуть, но примерно... Примерно так я и думал. Сразу как-то было понятно. Мне, опытному расхитителю гробниц. Что нам это дает вообще? Ладно. Потом узнаем, возможно. Это что за хрень? Кстати говоря, мне не нравится упрощение со времен Morrowind, которые сделали. То, что призракам можно нанести физический урон. Это, по-моему, печально. Так, это что? На мой взгляд, это довольно странно выглядит. О чем-то даже разговаривают на своем, похоже. Блин, даже не знаю. О, и все что ли? Я-то думал будет пострашнее что-то. Так, ладно, что от вас? Ничего особенного. Хорошо. Работа обещает быть простой. Так, кстати говоря, я
получил же недавно меч. Ой, меч, говорю, лук. Так, у меня вот такой лук. Я получил вот такой. А, ну это фигня. Фигня та еще. Эту штуку тоже сейчас активируем, судя по всему. Похоже, один и тот же луч ведем. Да. Хорошо. Так, и что дальше? Вопрос, конечно, интересный. Так, ну-ка. Да, не пролезаю. Возможно, есть какой-то обход. Допустим, он там. Видимо, так. Так, тут тоже не пролезаю. Что-то, блин, нигде тут не пролезаю. Ну да ладно. Не пролезаю, ладно. Значит, нам куда-то вон туда, что ли? Оп. Оп. Сомневаюсь, честно говоря. То есть, даже если бы я мог туда залезть... А, вот, смотри, да? Тут я еще не был. Да. С внимательностью, конечно, у меня в последнее время затыки конкретные. Совсем не сложно. Это хорошо. Ну как хорошо? Я бы, конечно, предпочел, чтобы было довольно-таки сложно. Не как там, не на манер Dark Souls, скажем, но просто, чтобы хотя бы какое-то тебе сопротивление оказывали враги. Но для прохождения подобная сложность, по-моему, самое оно. Просто смотрим вместе новые локации. Но играть, конечно, так... довольно-таки скучно. Единственное, что двигает вперед, это, собственно, крутая по своей задумке именно локация, как и все в этой игре. Чем я заметил? Но так вот ходишь и чисто зачищаешь, это, по-моему, бред какой-то. То есть я могу вот так вот даже не прятаться, вот идешь к нему просто и убиваешь его. Да, это печально. Зачем тут нужен стелс? Непонятно. Так, ладно, что сюда пришел? А, нам нужно вот сюда. Хватит разглагольствовать. Так. И нам видим... это было, неважно, нам нужно сюда. Это куда это я вышел вообще? Я думал, мне в храме надо порядок навести, а не снаружи. Возможно, там вход куда-то... Ладно, сейчас разберемся. Похоже, что да. Так, тут я уже был, кстати говоря. И в этом сундуке у нас ничего хорошего не было.
Это место я помню. Я тут спрыгивал с горы. Он оттуда откуда-то. Смотри, свет светит, да? Я и не видел. Че у нас? Пара отмычек была, по-моему. Вот так вот примерно. Понятно. Отмычек тоже. С отмычками тоже баланс кривой. То есть, ну вы видите, да, отмычки, несмотря на то, что я их довольно-таки посредственно с ними обращаюсь, постоянно их трачу на непонятные нужды. Но все равно они не кончаются, их постоянно слишком много. Нужно, чтобы постоянно были раздумья, стоит открывать или пройти мимо. А здесь тупо подходишь, долбишь, пока не откроется. Блин, брать, не брать этот меч. Ой, щит. Этот меч. Да давайте возьмем. Хотя бы разберемся, что. Так, ладно. Надеюсь, в этом храме сопротивление побольше будет. Там, судя по всему, переход еще на одну локацию какую-то. Так, ладно. Куча врагов, которые меня совершенно не беспокоят. Так, понятно. Ой. Бобо. Свет-то, оказывается, он какой жгучий. Так, ну-ка я... Смогу ли я... Нет, не смогу. Ну ладно, ребятушки, идите сюда. Так, значит, мне нужно попасть сюда и отсюда перепрыгнуть. Ключа у нас нет. Этот ключ мы, видимо, потом получим. Так, тут у нас что? Оскверненное тело. Сдается мне, что мне надо обратно подниматься туда и там уже разбираться, что да как. Так, отсюда я пришел. Да, видимо, я правильно пошел. В итоге-то... Ладно. Да твою мать. Надо было задуматься, а что он тут так лежит. Так, пустой сейф. Меткости, лепкое зелье магии. Хорошо, ничего страшного. Так, это я понимаю, ту же самую растяжку активирую, да? Или нет? Так, и сейчас мы идем именно туда, куда нам нужно. Меня это радует.
Сначала мы, конечно, с тобой, братюня, разберемся. Хорошо. Так, топерич. Угу, отлично. Вроде пока все получается. Все на мази. Что в этом сундуке? Золото. Да фигня всякая. Вроде как ничего полезного. Так. А, ну, в итоге мы двигаем куда нужно, судя по всему, потому что опять этот луч появился. Хотя я думал, что уже потеряли его. Так, ну-ка давай. Угу, и внизу теперь открылся. Отлично. Супер. Катакомбы. Ух, блин, большой подземелье-то оказывается. Так, и судя по всему, вот оно. То самое место, где все решится. Хотя могу ошибаться, потому что вон там вроде какая-то еще дверь. Да. Но место красивое. Я уж подумал, что все решится тут. Как обычно, отстой. О! Отстой, говорю. Так, ох, сколько вас. О! Понятно. Это будет весело. В принципе, кроме вот этого мага, я думаю, тут никого особо-то бояться не стоит, а мага мы сейчас вырубим с помощью лука. Так. Если вырубим, конечно. О, какой слабый. Так, ну а теперь давайте, что ли, резать, как обычно. Отлично, новый уровень. Хорошо, остался, собственно, сам маг. Но с магом, я думаю, проблем-то особых быть в принципе не может. А это вот тень? Вот это уже интересно. Хотя нет. Скучно, скучно стало драться. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Да подожди. С драками что-то вообще непорядок какой-то. Как он хапнул, да? Практически прямо в сердце. Моя стрела.
Так, ну и что, тут никто вылезти не может? Хотя даже если вылезет, чё, какие проблемы? Ой, не обжигай меня. Отлично. Надо сказать, было как-то, блин, ну, не особо, честно говоря. Если так и дальше будет продолжаться. Поэтому, собственно, пора переключиться на сюжетные более квесты. На более социальные. Ой, я опять наверху. Прикольно. Потому что, блин, с драками что-то какая-то проблема произошла, и они перестали доставлять. Мертвые Скайрима обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Так-то да. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Я сохраню меч, но что касается распространения веры, найди кого-нибудь еще. Твоя вера не важна. Древо не думает о лучах, приносящих тепло солнца. Когда ты поднимешь сияние рассвета, мой свет коснется мира. Думай, что хочешь. Ладно, ладно. Блин, прикольно. Так, ну что? Сияние рассвета получено. Я так понимаю. Оружие. Блин, прикольный меч. Его заточить, конечно, надо. И я думаю, он станет лучше, чем, допустим, вот этот даже. Так, только чем его затачивать? Интересно будет узнать. Сейчас, я думаю... Так, по идее, у нас теперь остались квесты, нам нужно сейчас... так. Вот это вот, да. Нам нужно продолжать выполнять задание Темного Братства. И оно у нас ведет, по-моему, в Маркарт, насколько я помню. Ну, где-то рядом туда. Но я думаю, туда мы попадем в следующей серии, и чтобы туда попасть, нам предварительно нужно будет пойти в Виндхельм, ой, Виндхельм, говорю, Вайтран, наш дорогой родной город, заточить там меч, продать кучу всякого скарба, и в следующей серии отправимся уже в Маркарт. Я думаю, это будет долгое путешествие, потому что у нас самая ближайшая точка, по-моему, очень далеко находится от Маркарта, так что придется пешком пилить. Но будем разбираться этим, я думаю, в следующей серии. Ну а на пока что это все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.